Накануне весь день на главпочтамте на марках из серии «Чемпионат мира по футболу 2018» можно было поставить печать уникальным специально изготовленным штемпелем первого дня гашения. На нем обозначены названия города, Сочи и дата гашения. Особыми гостями церемонии, которую посвятили Всемирному дню футбола, он отмечается 10 декабря, стали футболисты, воспитанники детского клуба «Монолит». Марки четвертой серии с изображением легенд российского футбола юные спортсмены получили в подарок. Кстати, в Сочи было прислано всего 400 комплектов этой серии, и уже в конце дня они были почти полностью раскуплены. Наши дети приняли активное участие в этом. Будущие спортсмены, футболисты. Мы рады и будем освещать в дальнейшем все подобные мероприятия. Мы собрали уже 4 комплекта гашенных марок. Все 4, которые были уже выпущены по настоящий день, и передадим их в ближайшее время в Музей спортивной славы Сочи. Напомню, что Сочи – один из 11 городов, который примет чемпионат мира по футболу в 2018 году. На стадионе «Фиш» состоятся 6 матчей.